ответный матч через 3 недели в Салониках мог сложиться и по-другому. Но судья почему-то не засчитал гол Конькова в первом тайме. А во втором ветеран греков Папа Иоанну, забивавший сборной СССР еще в 65-м, принес победу хозяевам после розыгрыша штрафного. Тогда этот результат посчитали сенсационным. На чемпионат мира в Аргентину отправилась из этой группы сборная Венгрии.